Всем привет! Мы с Еленой выбрались в центр. Это площадь Сан-Мартин. Вот, тут что-то реставрируют. Подожди, мам, это где? Нуэве де Хулио. Хунио или Хулио? Хулио. Поздоровайся, помаши ручкой. Это ж тебя смотрят тысячи людей. Тысячи. Вот здесь у нас заборы понаставили, потому что ну, всякие то протестующие приходили тут, устанавливали палатки. Индейцы больше лезут. И индейцы ночуют. Тут ночуют, гадят. Забор плохо, с одной стороны, но так вот их не стало зато. Зато, да, ничего не затаптывают и не засирают. У нас вообще-то зима на носу, да? У нас, да, зима. Ну, 21-го. Написала одна женщина, она сейчас в Москве, что там 7 градусов днем и обещают еще ниже ночью. Это лето. Странно, да, даже. Кстати, вот у нас в этом году как жарко. В том году уже было холодно. Ну, насколько холодно? 15? Ну, прохладно было. В курточках мы ходили. В курточках мы ходим при 15 градусах. Но здесь, если прохладно, то чувствуется более прохладно, чем, ну, скажем, в других местах. Потому что влажно у нас. Когда жарко, кажется жарче. Когда холодно, кажется холоднее. У нас даже когда прогноз где-то вот пишут, говорят, есть такой термин сенсацион термика. Значит, температура это одно, а сенсацион... Ощущение другое, оно, как правило, если жарко выше, если холодно ниже. Ну что, пойдем что-нибудь съедим, выпьем. Вот это улица Боливар. Здесь менялы стоят. Арболитас называется. Меняют доллары. Вот, кому надо, значит, вот Пласа Сан-Мартин, возле недалеко банк. И вот здесь целая улица, они невозможно их не увидеть, не услышать, они шепчут, говорят, камбио, камбио. Здесь вполне безопасно менять, меняют они не на улице и не они, это зазывалы. Заходишь в офис, там охраняет полиция, там счетные машинки, там все культурно и хорошо, как банк. Ну что, все на этом? Можете попрощаться. Видео ни о чем, но вот так вот мы живем тут в Посадосе. Всем привет из аргентинской Месопотамии. До следующего видео.